Мэр Николаева защищается в суде. В апелляционный админсуд иск подали депутаты, которые на сессии выразили недоверие городскому главе. Суд первой инстанции встал на сторону Александра Синькевича. Апелляцию мэр также ранее выиграл. Адвокаты градоначальника просили суд и вовсе аннулировать ходатайство оппонентов. По их мнению, обвинения надуманы. Александр Синькевич настаивает, он не лоббировал интересы некоторых депутатов Николаевского горсовета. Именно поэтому они решили убрать неугодного им руководителя города. Меня обвиняли в частности в том, что я бездействовал в вынесении, не выносил на повторное рассмотрение заблокированные мною вопросы о приватизации. Я стою на позиции, которая поддерживается городом и противоречит интересам некоторых отдельных индивидуумов. Отмечу, поддерживать мэра из Николаева приехали его избиратели. Они настаивают, что городского голову выбирали именно они, а не депутатский корпус. А громада работы Синькевича довольна. Что до народных избранников, то на сессии недоверие выразило большинство. А вот в суд обратились всего два народных избранника. Они настаивают, мэр не выполнял свою работу. Подал жалобу в суд первой инстанции, в Николаевский, центральный суд города Николаева. Центральный суд города Николаева эту жалобу удовлетворил. Я не согласен с этим решением по многим причинам, поэтому я и мои коллеги подали апелляционную жалобу. Напомню, в конце прошлого года Николаевский горсовет проголосовал за отставку мэра города. Александр Синькевич подал иск в суд, который вследствие выиграл. We'll be right back.